Приветствую вас, друзья! Благодарю, что вы со мной. И огромное спасибо вам за поддержку. Наш разум устроен так, что все, что мы ему даем, он берет в работу. Если даем какие-то негативные мысли, он превращает их в негативные образы, развивает их, раздувает даже. И бывает, когда человек мыслит негативно, переживает, думает о чем-то плохом, то создаются такие образы страшные, что человека начинает трясти. И таким образом можно даже инфаркт заработать. Так часто бывает. И наоборот, если даем разуму какие-то позитивные мысли, он тоже берет их в работу, развивает, открывает нам дороги, находит какие-то решения. Это работает вот примерно так. Вот никогда не берите с собой в постель, когда ложитесь спать вечером, какие-то негативные мысли, переживания, страхи какие-то свои. Потому что, во-первых, вы будете очень плохо спать. А во-вторых, даже вот этот дурной, плохой сон, когда будет, то разум, вот эти образы, он все равно будет их продолжать развивать. Будут сниться какие-то кошмары, страшные сны. Все это будет выжимать из вас энергию, выжимать ее из сферы здоровья. И утром вы, когда проснетесь, вы не то что будете не отдохнувши, но выжаты буквально как лимон, опустошенный. Естественно, это никак, это дурно очень отражается на здоровье. Берите с собой в постель вот такую вещь, свой образ. Вот такой образ, каким хотите себя видеть. Здоровым, прекрасно чувствующим, полным сил. Во-первых, вы будете засыпать хорошо, то есть это вас будет погружать в нормальный, глубокий, здоровый сон. А разум это начнет прорабатывать, эти образы. Вот то, что вы создали. Это будет создавать новые установки внутри вас, в вашей энергетике. И погрузившись в глубокий, здоровый сон, вы будете укреплять свою сферу здоровья. Утром будете просыпаться прекрасно себя чувствующим, выспавшимся, полным сил. И если вы так будете делать всегда, то вы очень значительно укрепите свою сферу здоровья и быстрее избавитесь от любой болезни. По крайней мере, очень сильно ослабите все эти болячки, которые есть, и очень сильно укрепите иммунитет и сферу здоровья. Вот такой вот простой, полезный и очень эффективный метод. И еще, друзья, одно слово есть, которое может убить любой негатив, любую порчу, если правильно его использовать. Обязательно посмотрите видео, которое сейчас в всплывающем окне. Там все подробности. Благодарю вас за внимание.